Я не знаю, как начать видео, но будет, короче, последний час Насти. Да. Жиза. Обзор на Настю. Вот по кругу идем. Нормально. Рост 137 где-то, умеет поднимать правую бровь. Посмотрели мне. Это за правая? Да, это правая. А вот есть такие вот звездочки под глазами. Такие вот шикарные коричневые длинные волосы. Вот такой вот капюшончик, кофточка вот такая цветная. Такой вот самокат, с которым она всегда ходит. Вот такие вот кроссовочки. Ви. Ви. Что значит ви? Фиксная. Вот такой вот замечательный самокатик с резиночками. И самое главное. То, что я купила. Ну, это все равно его не пишет, так что он мой. Липтон. Ну, это... Да подожди ты. Ну, согласитесь. Ну, согласитесь, Липтон самое вкусное. На, неси. Ну, пожалуйста. Я спеть буду нести. Ну, как всегда, нас убить хотят. Но сами нас боятся. Чё? Да не на тебя, я на скейт иду. На пениборд. Настя несет самый благословенный. Это самый благословенный напиток. Она просто никогда его здесь не поймет, потому что она не любит его. Все, он сказал, что она не любит роллы. Я не понимаю, как так может. А, сейчас уроню. Жиза. Короче, сейчас будем снимать какое-нибудь видео. Может быть. Согласитесь, я гений. Попросить Настю купить Липтон, когда она его не любит. Нет. Почему? Потому что это мое. Слушай, я его покупала. Ну что ты сказала, что ты его не любишь? Ну дай попробую. Я его не пробовала. Да подожди, дай мне попить. Подожди. Ты должна сама его вот отсюда. Подожди. А, мы тебе разрешим его пить, если ты пройдешь. Все. Нифига, я не буду пробовать. Пробуй. Пробуй. Ну просто смотрю, как там видео получается. Кстати, зацените мой топик. Зимой, да? Он там кажется, он вкусный. Блин. Ну ладно, мы тебя примем. Я его приберу. Слышишь? Мы тебя примем в любители Липтона, только если ты пройдешь сеанс. Ой. Поклоняйся мне. Вот так вот. Все, ладно. Она теперь любит Липтон. Вот. Покачаемся с вами. Покатаемся по городу. К мастеру. Как мосту. Пойдем на мостик. Пойдем? Да блин, она сейчас весь Липтон выхлебает. Видео будет называться «Настя выхлебает Липтон». Мне дай. Ну, короче, мы сейчас будем обсуждать еще одного чьего пелика. Она знает про кого. А вы не знаете. Сейчас буду видео снимать. Запись экрана сделаю, как мы снимаем. Дали одно видео. Я хочу полазить. Я хочу полазить, Настя. Я буду лазить. Я не знаю, там нормально или нет. Настя, иди сюда. Со мной полазишь. Ты чё, по горке лазишь? Ты чё, по горке лазишь? Я ничего не слышу, я глухая. Да, я на горке. А, нет, Настя, спускайся, тут там стрёмно. Не хочу, чтобы ты там упала и себе помолчишь. Thank you.
тыкаете? А, у меня нога застряла. Да, наверное. Куда ваше направление идет? Не знаю. Я что, на какие-то все грязные. Еще у меня бархатные тяги. И белые носки. Так что все. Я тут самое забивное. Еще. Мне очень забивная кофточка зипка. И домик под ней, конечно. У нас с тобой еще 40 минут. Плюс-минус. Так. Пойдем туда на карусели. Пойдем на я на карусели. Концерт собак, а я пойду кататься на качельках. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena. Осторожно, все идеально. Ты ведь знаешь, что в субботу вор не ходит на работу, а у нас суббота. Теперь у нас будет видео побег от Насти. Ай-яй-яй, как не стыдно. Настя бессовестная. И Настя бессовестный человек. Короче, я нашла у себя 100 рублей. Ну, конечно, что я должна их себе оставить? А-а. У нас нам позвонили и сказали, что осталось полчаса. Хотя мы уже час гуляем, да? Угу. Ну, это хорошо. Это хорошо. Я тебя хотела постучать, я за город сходила, я думала, ты подавилась. Ты наш пацан посмотрел такой. И ушел. Наш? Ну, слушайте, мы же бабки. Бабкины семечки. Семечки все такие кириешки, я не знаю, я такие не пробовала. Короче, хочу их открыть. Понюхай, они острым прям пахнут. И соус острый тоже. Ну, надеюсь, не будет, потому что я лично очень люблю. Вот соус. Сальса жгучий, острый. Прям... Сделала. Правильно. Настя, как всегда, вылила Липтон. Вон, где эта бутылка твоя? Настя, как всегда, вылила Липтон. Вот бутылка. Вот это каждый день. Это сейчас я. Ну, короче, вот крышка лежит. И она, короче, я пила, значит, вот на этом краю. И она просто взяла, и просто взяла и толкнула меня. Это неправда, она мне... Да это клевета, это клевета. Я не выдумывала. Снимай меня. Ты врала. Да я не врала никогда. В жизни я не вру никогда. Да? У нас есть семечки, потому что мы бабушки. Да. Смотри, какая красивая пупка у этой семечки. Ты замолчи. Чё за тяги-то мы, чё за бабушка-то? Что за бархатный? Долбол!
А это Настюша. Она сегодня злая. Хотите поиграть в побег от Насти? Нет! Я могу активировать это. Сейчас я покажу.